Недавно в Мексике родила ребенка 9-летняя девочка. Это в среду подтвердили в местной больнице штата Халиско, где проходили роды. Несколько дней назад здесь, в общей больнице Восточного округа, 9-летняя девочка родила ребенка. К счастью, спасибо команде медиков. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Как сообщается, вес новорожденного около 2,5 килограммов, рост 50 сантиметров. Мать с малышом выписали на попечение ее бабушки. Однако врачи говорят, что ввиду возраста девочки ей необходимо будет регулярно посещать больницу. Нужно помнить, что речь идет о малолетней. У нее в душе и в голове будут происходить процессы. К счастью, ее поддерживает бабушка. Эта мама сама еще мамина дочка. Думаю, многое зависит от того, как к этому относятся мать и ее бабушка. Думаю, у этого ребенка может быть семья. Предполагаемый отец ребенка – 17-летний молодой человек. Как сообщили местные СМИ, он уехал из этой местности, когда ребенок родился. Прокуратура штата ведет расследование в отношении того, следует ли это дело рассматривать как сексуальное домогательство к малолетней или же как изнасилование.